Эпизод 6. Возвращение джедая. Глава 3. Спидер шоудаун. Повстанческий альянс узнал о новой звезде смерти и запустил отчаянный план уничтожить это злое оружие перед тем, как создание его будет завершено. Флот повстанцев начал нападение и нанес маленькие удары по лесу на луне Эддор. Ведомый Люком Скайуокером и Ханом Соло, их миссия была уничтожить генератор щита, который защищает смертельную имперскую космическую станцию. Бать его, говно собачье. Почему у них все звезды нахер, которые хотят что-то уничтожить, выглядит одинаково? Если вы построите его в виде пениса какого-нибудь, то, может быть, ее не будут уничтожать, потому что кто уничтожит пенис, тот сраный сексист. Готовьтесь, что лет через 5 реально будут считать сексистами тех людей, которые, как бы, я не знаю, там, шутят про пенис. Ну, как бы, начинается такая, знаете, фигня, феминизм, все такое. Ну, что реально непонятно, цитирую Дэдпула. Сейчас непонятно, ты сексист, когда ты бьешь девушку или не бьешь девушку? Или там, феминизм, это что такое? Запутаться можно. Вы мне... Глава, впадла, называется Спидер Шоу Даун. Почему здесь мы какой-то херней маяться будем? Я хочу Спидер Шоу Даун. А не походи еще собирать, пособирать детальки. Детальки Шоу Даун. Шоу мин... Даун ху... Мейт дис... Левел. Давайте она будет... А... И чё? Лея? Лея? Может, ты зайдёшь? А, то есть мне вот... А, то есть... Ладно, понятно. Зашибись. И чё? Ладно. Ну, надеюсь, это путь назад. Мне очень нужно сердце сейчас. Вот синюю детальку желательно бы, кстати. И почаще, и побольше. Обменял бы все сердца на детальки. Так, а раньше я этого никак не мог сделать, да? Ладно. Я не знаю. Давай, ставь. Поехали. Здесь никаких секреток, ничего не пропустил. Вот здесь, по-любому, есть что-то. Да иди ты в жопу, понятно, срань. Капец. Я так надеялся, что там что-то есть. А там тебе куки с маслом просто. Куки с маслом и без майонеза. Так, Лея, давай. Не, ну здесь, видите, персонажи для девочки, для мальчика. Та а, это путь назад просто, окей. Ну, хорошо. Мне очень нужен путь назад. Тут вообще хоть что-нибудь есть, тут даже деталек нету. Эй, я хочу Спидер Шоу Даун. Эй, эй, дауны, вы показались. Здорово. Я не знаю, я нажал X уже после того, как до меня дотянул этот бластер, и каким-то образом я выжил. Ты там не делай этого, окей? Что? Что-то происходит? А, понятно. Уи! Воу! Воу! Holy shit, epic, 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 epic! Мы понимаем. О, чё, о, фак. Отстой. Ну, я здесь детальки не соберу, это жесть. О, май фак. Вы чё, издеваетесь? Это же жесть просто. Охереть. О, можно их просто зажать и все. Зажал X и поехал. О! Так, подождите, это мы просто кругами ездим по одной и той же локации, да? Окей. Матерь Божья! Сдохнешь, конечно, нет.
Я его убил задом вперед, когда встал. Это все? ATST, иди нахер. Зашибись. Да, иди нахер. Так. Окей. И я еще детальки выронил. Именно это я и хотел сделать. До свидания. Привет. Что дальше? Я могу это уничтожить вообще? Может сюда стрелять? А, действительно, ну ладно. То есть мы доехали до новой трассы и... Так, сердечко, стой, стой! Ну зашибись! Зашибись, сердечко взял просто. Привет. Так, где там еще одна херня? Мне по-любому надо еще замочить. Ну, ATST, видимо. Я на нем стоял, да? Зашибись просто. Не нравится, как меня не убивают, но если у ATST снимает здоровье, то как бы считается за убийство тупость. Нахера? Просто нахера? Я в технике сижу. Дебилизм. Так. Нам нужно сесть, да? Ну погнали. Ну тут надо все сейчас дезактивировать. Так, а как мне вот эту херню собрать? О, фак. Лея, не отставай. А, мне нужно было просто в это врезаться. Фак. Так это я хз, Лея просто жжет. Но она снова повернулась. Я пытаюсь все сбить, что вижу. У меня не получается. Я быстрее этих ублюдков сбиваю. Чем что-либо еще. Так, здорово, ATST. Да как так? Я знал, что он здесь. Так, стоять, стоять. Спокуха. Чувак, зачем я стреляю? Он сзади. Не знаю, просто... Ну, это дебилизм просто. Я хз, я не могу просто даже врезаться в него. Ты не знаешь, где он находится? Ну да, зашибись. Зашибись. Я знаю, где он находится, не могу попасть. Так, что насчет, если не ехать сюда, наверх? Вдруг это что-то изменит. Ну, они, по-моему, сам разрушаются. Мне просто показывают, что нужно три круга проехать. Так, спокойно. Привет! Нахера я парюсь за это дело, если можно так сделать? Здорово. Я просто машу мечом, чтобы... ну... Снаряды меня не попали. Заходи. Разрешаю. Женщина, можно. Уже можно. Я лучше бы на спидерах покатался все это время. Ну и что это? А что шипись просто? Вот это очень честно, мне сейчас хп, кстати, сняли. Можно забрать? Наконец-то! I'm ready to rumble просто! А, халявные тести. Убрать нахер это говно. Знаете, это на наших дорогах не помешало бы, я думаю.
Если бы он чуть получше... Так. Поворачивался, то я бы мог даже убить кого-то. Фак. Все? И баба уже села такая, я первая сюда. Спокойно, а здесь что? А вдруг что интересное? Хотя вряд ли. Так, спокойно. Привет. Здорово, пока. Ладно. Понеслась. Ну что, 4 пацана? Найс. То есть 4 круга, по идее. Потому что они просто валятся. Наконец-то. Автоматом. Ну. Ну или так. Ну или я КЗ. Просто чувак встал на месте. Ей! Ей! Минус один. Ни хера себе. Видели? Видели, с каким эпическим разворотом они подыхают? Я думал, что я двоих убил. А, нет. Так, спокойно, спокойно, спокойно. Вообще-то я мог назад поехать, в принципе. Но это был бы тогда не спидер-шоудаун, а какой-то слоу-пок-шоудаун. Вот так. Это я чё, охерел, что ли, слышь? Ты чё, охерел, что ли, там? О, там, кстати, был этот. Надо все идеи вынести еще до кучи. Охерительно. Найс, поездил. Найс, все пособирал. Не, здесь жестко, здесь жестко, здесь. Я не знаю, надо иметь стальные яйца, ну или бессмертие, чтобы получить. True GD. Ну что здесь все тебя убивает. Ну, наконец-то ту срань вынес. Здорово. Нет! Да пошел ты нах! Кусок, сука, мадок... О, простите, пожалуйста. На, вы это не забудьте вырезать. Ну это бесит, серьезно. Все эти самонаводящиеся ублюдки. Куда ты пошел? Куда ты пошел? Вали нах. Я займу это говно. Вовремя. Пока. Бесит это дерьмо. А, то есть хп у него не пополняется, да? Твою мать. А можно просто было устроить нормальную интересную главу без этого дерьма? Вот почему просто не дать на спидерах погонять? Это разве не интересно? Ну ладно, видимо, не интересно. Не. Не. В топку интересности. Давайте будем останавливать скоростные трассы. Да и скоростные трассы, если честно, это одно и то же. Ну, в смысле, одна и та же трасса, просто ездишь кругами по ней. Ну, а и нахера они развернулись? Нахера вы развернулись, братки? Окей. Я даже не знал, что она тут есть. А, как меня затрахали эти ублюдки. А, нет, я не... Ну, хотя можно назад поехать. Я даже не знаю, стоит назад ехать, не стоит. О. Выстрелил я сквозь объекты. Нормально, окей. Я был, короче говоря, более счастлив от идеи просто погонять на них. Если честно, это скучно. Просто до жопы. Ну что-то поинтереснее можно было замутить, кроме как гонять кругами.
выпадать врагов, которые еще и тормозят. Ну замечательно, и все, я снова их упустил. Иди в жопу с таким дизайном, Traveler Tales. Просто иди в жопу. Ну что это за бред? Ни разу не интересно, мать твою. Ну вот, ну... Мне так сложно сделать вот это вот, да. Я их догнал, они назад пошли. Окей. О, это так бесит. Просто чушь какая-то галимая. Как можно было так просрать все? Ну серьезно, первая трилогия мне больше нравилась. Даже не из-за того, что я в коопе проходил. Ну а это просто идиотизм. Вау, наконец-то это закончилось. У-ху! Вы затрахали просто так у меня убивать! Затрахали, серьезно. Просто вот затрах в максимальной степени. Окей, ладно, и чё? А где он выстрел? Здесь идти, чтобы уничтожить вот эту херню? Слушайте, идите в жопу, а? Сколько их там? Слышите? Найс. Так, может быть, это? Да пошло все в жопу, я пойду убьюсь нахер. Очень интересная игра. 10 из 10. Что мне делать? Да хоре бесконечных врагов совать не на меня! Я не понимаю, что надо делать, боже ты мой! Тупость какая галимая! Что? Назад идти? Что я не вижу? Чего я просто не могу уничтожить вот этим делом? Бред какой-то собачий. Ну, видимо, идти назад, я не знаю. Идти назад. Без понятия. Не, я там что-то забыл. Что за бред? А нахера мне идти сюда, если все равно не могу... Нет, могу назад попасть. Они все равно спаунятся. Слушай, у меня такое чувство, что что-то не так. Ну, как бы... А нахера мне идти назад? What the fuck? Парни стоят внизу. Что я делаю не так? Алло? Вот это разбить, но как? Может быть, за люка надо их сбросить? Люк, давай, примени силу. Авось поможет, нет? Нет? Что? Хватит бесконечных врагов присылать, пожалуйста, а? Без них тошно. Блять, это какой-то галимый бред. А, тут назад можно пойти, окей, кто бы знал. Кто бы знал, что мне назад нужно идти. Идиотинка. Ну куда ты по... Куда ты пошел? Ты все равно нихера не сделаешь. Найс, просто. Пошел он. О-о-о-о.
И что мне делать здесь с этим? А, ну ладно, хорошо. Во-первых, как это здесь очутилось, если мы только что проезжали здесь, здесь все было норм, не было никакого обрыва. Я не знаю, просто я даже спрашивать не буду. Гениальный геймдизайн. Отличный. Давайте, давайте мы назовем Спидер Шоудаун главу. Но здесь будет какое-то говно собачье. У меня такое чувство, что реально в эту игру делали другие люди. Такие, о, первый Star Wars зашел, давайте другим людям отдадим, на халяву просто возьмем, бабла срубим. Меня так бесит это вот это все, когда ты первую часть покупаешь, вторая часть такое дерьмо. Не, здесь есть, конечно, хороший левел, но, господи, муторного дерьма намного больше. Ну, это реально муторное дерьмо какое-то. Скучно до жопы. Надо... Да хорэ! Заманали уже, твою мать! Бесконечные скотина враги, а! Как меня это бесит, а! А можно не туда стрелять? Куда ты пошел? Я направо нажимал, о май фак! Такое кривое управление, пипец просто. Наконец-то, боже ты мой. Ладно, понятно, мы не умеем поворачиваться нормально. Удобное управление никто не придумал. Но зачем? Зачем удобное управление? Мучаюсь. Охереть. В 2001 году Halo был. Там все придумали за вас. Сколько всякого говна. Я честно хотел этот уровень, теперь я хочу, чтобы он закончился. Я очень надеюсь, что дальше будет что-нибудь интересное. Потому что если все закончится просто пробежкой, как в пятом эпизоде, это будет вообще фейл. А, давайте закончим эпичную трилогию ничем. Найс. Интересная игра. А можно не цель... А можно не цель за спидера вперед? Спасибо! Автоприцеливание 10 из 10, скотина! О, и давайте еще погоняемся, это очень интересно сейчас будет. Не... А, подождите. Я просто залею играю. Окей, неважно. А, то есть у меня отобрали спидер. Ну ладно, хорошо. Большая территория, давайте отберем спидер. Ходить пешком, это очень интересно. Кому такое в голову приходит вообще? Я могу серьезно это разрубить? Окей. Вот не важно. И что самое убогое, это скучно до жопы. Мало того, что... Ладно. Убого, но интересно, я воспринимаю, но когда убого и скучно... Давайте подвинем это сюда, это очень сложно. Очень сложно понять, куда надо двигаться. Вау. Вау, я-то думал, что в другое место. Правда, я не понял, что это мне дало, если честно, потому что... Насрать? Потому что мне нужно идти, в принципе, направо, наверное. Ну, построим это дерьмо. Ну, запустим Лея туда, которая очень забавно ходит, потому что это супер смешно. Как думают разработчики. Так, И чё это? Вот это было ради вот этих деталей, ладно. Да, может быть, ради деталей сделаете нормальный спидер шоудаун, я сразу пройду еще разок. Нахера это собираю? Можно, Люка, спасибо. Давай вот это откроем. Я был бы счастлив. Вау! Не-не-не-не-не, слева. Что мы делаем? Я хочу вниз. А, вниз уже нельзя. Найс, я... Давайте еще во время катсцены будем забивать. Я просто буду X нажимать, чтобы не успели забить. Ага, назад. Угу. Я четко нажимаю вперед прыгать, он прыгает назад. Зашибись, управление. Я буду вот так вот идти. Ну, если ты хочешь дойти до врага, то только так.
Я надеюсь, AT-AT не охереть просто. Да пошло все в жопу, я даже не буду париться, я буду просто бегать и запускать это говно. Потому что нахер это мне зло. Я просто буду спидранить сейчас. Я забью на детальки. Да спасибо, я понял на четвертый раз уже, что оно будет запускаться! Спасибо! Можно не показывать это еще раз после конца, еще и после этого меня убивают нахер! Что за тупой дебил нахер это делал, а? Блять, я что, дурак, что ли? Не пойму! Охереть, сука, стадо кретинов тупорылые. Ну как мне еще назвать этих людей? О, ты запустил 11, четвертый раз, ты стопудово не понял, что тебе нужно делать. Вот эти сердечки мне так сдались, если честно. Да, кстати, очень будет честно. Очень интересно второму игроку. А, мне просто надо покрутить. Вау, вот это геймплей. Вот это геймплей. Крутиться на AT-AT. Ну вот такое еще в голову приходит делать. А, я могу идти потихонечку. Что я должен делать дальше? Я не могу двигаться, ладно, хорошо. Так, я могу выйти? Могу. Уже плюс. Кстати. Вау, ну ладно, чё. Ок. Я только что взял его под контроль, и нет, уже стреляет. Блять, идиотизм тупой. Ладно. Эта глава закончилась на полное дерьмо. Я не знаю, надо яйца побрить вафельным полотенцем тому человеку, который сделал эту главу. Ну просто отвратительно и убого было. Ужас. Скучно, тупо, нечестно, однообразно, убого и вообще мразотно, блевотно. Я не знаю, это просто набор плохого геймдизайна. Просто получите, распишитесь, как не надо делать лила. Ужасно. Ужасно и отвратительно.